Сводика, уважаемые. Сегодня я выставляю на продажу. Надо сказать, скрипя сердце, практически скрипя сердцем, выставляю на продажу большую поварскую двойку мега-ножей. Собственно, обо всем будет сказано в интернете. Я там все обстоятельно напишу, опишу. А сейчас я снимаю это видео только для того, чтобы показать ножи вживую, вне постановочных фоток. А по ним, как вы сами понимаете, ну, нельзя понять, как ножи выглядят в обычной обстановке, то есть без специального освещения, без выгодных углов съемки. Объект номер один – лед. Объект номер два – пламя. Об этих ножах можно говорить, конечно, очень долго. В основном, конечно, хвастаться. Почему? Потому что их основная фишка – это Vanex 75, сталь, из которой они сделаны. Его больше нет нигде, только у меня. Ну, точнее, как сказать. В Европе там есть еще один источник. Продают вот с палец размером полоски за, по-моему, 200 евро. А вот такой шмат Vanex, это, конечно, сами понимаете, сколько он мог бы стоить сейчас. Тем более, что я вот знаю одного человека, который из такой вот полосы вырезает два полноценных клинка, вот с одной монтаж и продает их там по 50 тысяч за штуку. Значит, ну, Vanex 75 в термичке Дениса Фролова. Единственный в мире, насколько я понимаю, человек, который разработал для Vanex свой собственный авторский режим термички, благодаря которому теперь вот эта железка... Сейчас точно не помню, на каком-то из тестов, ну, можете посмотреть потом, может быть, найду в интернете, дам ссылку у себя в ЖЖ. На одном из канатных тестов перерезал М390, по-моему, чуть ли не в два раза. То есть можете себе представить, да, что это такое у нас за железочка получилась. С многоэтапной, такой трудной, тяжелой, как Денис рассказывал, термичкой. Очень долгой, очень выматывающей. И тем не менее, сейчас по комплексу режущих свойств, по износостойкости, по агрессивности реза, она где-то находится на уровне премиумных углеродок высшего класса, типа CPM-10V, 121 Rex, вот где-то так вот приблизительно, ну, по крайней мере, уже сравнимо с ними. И, естественно, с одним небольшим таким существенным отличием, без которого любой бы рассказ о Vanex был бы неполным, это то, что данная железка вообще абсолютно никак не ржавеет. Ни при каких обстоятельствах. То есть можно ее концентрированной серной кислотой облить, она в лучшем случае, наверное, только чуть-чуть потемнеет. Для кухонного ножа это очень важно. То есть не нужно за них беспокоиться, не нужно ухаживать за ними. Вот. Порезал, поработал, положил, ушел по делам. Ничего с ножами не будет. На этом все. Спасибо, что уделили мне время. Пока.